тюрьме сидели? Да. Гей-гей. Я попробую не испортить песню Вани. Чемпион по фристайлу, такой парень типа Ваня на ZMC. Нормальная тема, да, где-то видел. Смотрю на вас, флаг свободной России. Ну что там в этом духе? Мы не хотим пропитаться вот этой иностранной вашей. Привет, как дела? Сегодня все накрасили ногти, даже я. Я покупаю траву, я главный. Но есть одна проблема. Я решаю, когда курить траву. Садят новых и новых людей. Ебать, Путин, пидорас. Гэнг, 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 гэнг. Ты наркоман. Надеюсь, будет что намонтировать. Сегодня 10-е. 10 декабря, это знаменательный день. Сегодня будет супер офигенно. Мы идем на Нойзе. И надеемся, вы с нами останетесь до конца. Yeah. Вот мы уже находимся в Вест-Голливуде. Yeah. Смотри, какие автомобили. Как ты думаешь, вот что нужно делать, чтобы иметь вот такой вот автомобиль? First of all, don't click your face. Ну, нужно целовать много задниц, короче. А-а-а. Или нужно верить в себя и идти к своей цели. И по дороге целовать задницу. Что это за очередь такая на 4 квартала? Кто сегодня выступает? Пугачева Алла? Или, может быть, наконец-то с прощальным туром Киркоров Филипп? Нет, это, наверное, воскрес Лил Пип. Легенда Лос-Анджелеса, пришедшая на сцену для того, чтобы все торчки знали себе цену и понимали, что в конце попадут на небеса. Это что-то я не то зачитал, это что-то я не то сказал. Но это не важно абсолютно, потому что вы забудете все это после того, как я 4 часа буду читать свои куплеты. А припева, возможно, многие так и не дождутся. Ладно, настало время выполнять свою главную функцию. Многие говорят, что Ваня никогда под фанеру не выступает. Они очень многого о Ване не знают. Естественно, это... Ник будет развенчан срочно. Я надеюсь, что вы почувствуете себя не как в камере одиночной, а как будто на празднике жизни, когда пойдете. Что я такой же, как мисс Пульмио Эйкл, я не против. Слушай, добрались, да, Из окна. Я телевизор выкину, авторитетом место в ванну, и что? Я рок, знаете, жена. Мы находимся сейчас на концерте Noise MC в Лос-Анджелесе. Это место называется Go Go Whiskey. Это местяк легендарный. Сними эту стену, покажи. Здесь уже раз писывались после того, как поняли, насколько легендарно это место. Но я знаю, что в этом месте выступали андердогами, не будучи еще популярными. Такие люди, как Джимми Моррисон, Doors, System of a Down, Rolling Stones и Элис Купер. И еще куча реально охуевших типов. Я не знаю, клубнику хочешь? Давай. Подпишись на канал. 4-10. Да не включи по комнате дегенераты. What's up, пацаны, вы откуда? Мурманская область, город Ковдор. Город Капслот. Привет, Беларусь. Я из Нижневартовска, это Ханты-Мансийский округ. С Питера. С культурной столицы, так сказать. И чё? Как вы тут? Не культурная вообще столица, ни разу. Не пахнет, но мне нравится. Культурой. Здесь хотя бы не пытаются ее даже создать, да? И не пытаются сказать, да, что да, вы... Да, культур... да, есть, как да, бы, да. Вот как есть говно, как бы, да, так да, и да, есть, да. Блядь. Получается, сюда пишется микрофон, звук? А так далеко сюда стоит. Сюда пишется звук, а вот он мой главный корреспондент, кстати. Да. Ты так? Который перекрыл камеру. Сердце красавицы, который перекрыл камеру. Я просто, если ты сможешь сейчас, подержи, пожалуйста, так. А я тогда возьму. Блин, он мне, короче, взял в рабство, он мне пообещал. Короче, на самом деле, он мне пообещал, что он мне порешает грин-карту, и я должен, ну, типа, ради этого всего. Там же только один вариант получить грин-карту между двумя мужчинами. Правильно? Зачем ты сразу так берешь лопату? Это догадки. Берешь лопату и просто корни вырубаешь наши. А вы в США приехали специально на концерт? Нет, мы здесь по студенческой визе уже полтора месяца. А живем мы в Сан-Диего. Вы давно здесь? 5 месяцев. Как вы сюда попали? Через Мексику. В тюрьме сидели? Да. Как было? Сложно? Блин, типа как санаторий, короче. Я в детстве ездил, только нельзя выходить за территорию, деревьев нет. Все то же самое, только нельзя выйти. А ты? Я 1.5 года. Я здесь студент, студенческая виза. Учусь. Помогаю приезжать таким же студентам, как я. У меня есть каналчик «Боровой за мечтой» на ютубе.
собственно. Можете оставить для коннекта. Ну, да, я реально бесплатно помогает. Консультирую. Мы тоже бесплатно ходим, снимаем, это нам подходит. Нормально. Это вообще наша темочка. Это прародитель русского стендапа, это Александр Незлобин. Человек, который уничтожал очень сильно. Это все приписывается. Пришли в гримерку пообщаться с товарищами и уйдем, потому что мы не хотим пропитаться вот этой иностранной вашей всей... Душнятиной. Да. Вашей этой всей душнятиной. Но это, ну, на самом деле, это человек, который, ну, по самом деле, папа русского стендапа. Если он говорит, что, ну, оно тут неприемлемо ему впитывать эту хуету, я бы человека не стал бы напрягать, на самом деле. Вы давно знакомы с творчеством Noize MC? Знаком, конечно, очень давно. Я скажу так, более того. Я знаком с творчеством Noize MC еще до того, как с ним познакомилась широкая общественность. В 2005, наверное, году я с ребятами из Comedy Club, мы делали первые в России импров хип-хоп батлы, и нам сказали, есть такой парень, говорят, он чемпион по фристайлу, такой парень типа Ваня Noize MC. Мы его позвали, он выступил очень круто, и только потом уже его все узнали. Так что очень давно знаком, очень давно. Лет 17. Такое пытался сделать доктор Дре, но у него не вышло. Итак, дорогие друзья, чтобы как дышло, все это в вас вошло, и после этого осталось внутри, я сейчас сделаю так, чтобы этот зал горел. Зал горит! Как вы относитесь к творчеству Noize MC? Экстатически. Вам нравится? Да. Это ваш первый концерт, на который первый. Вы идете? Да. Первый. Концерт сегодня будет разрывной. Я был на первом концерте, который был месяц назад. Я был один раз на концерте еще в Киеве давно. Еще как только сам начинал делать рэп. И это было круто. Нойз ебашил 3 часа, представь себе. Сидел на барабанах, все делал. Как, давно слушаете его? Сколько лет знакомы с творчеством? Наверное, с самого начала. Я уже лет 15, наверное. Я слушаю Noize MC с самого, мне кажется, детства. Еще в 2009 году я ходила на первый раз на его концерт в Москве. Медленный бит и очень кривой. Если честно, если бы я не дружил с головой, я бы вот так оставил и после этого продолжал бы фристайлю свою. Но нет, ничего этого не будет, поэтому fuck you. Сейчас я все перепишу и сделаю это побыстрее. Продолжая нести свою ахинею, придется все-таки живьем для вас немножко поиграть. Я надеюсь, вы еще не замучились слушать эту фигню, хотя насрать. Послушайте, потерпите, ведь вы уже внутри. Спасибо большое, что вы это делаете, что ни говори. Я все-таки вам невероятно благодарен за то, что есть перед кем играть на гитаре. За то, что вы тратите свои бабки в баре. Вам благодарен кто-то другой. Я, конечно, Милетов. Нет, отнюдь я не Цой. Я просто Ванька, подавившийся мацой. Таир, а ты куришь сейчас прямо? Раз есть желание? Раз в неделю. Раз в неделю. И когда твоя неделя приходит? Можешь рассказать чуть-чуть больше об этом? Как у тебя философия? Как ты к этому вообще пришел? Ты наркоман, а я гурман. Так. Я курю ради удовольствия, а ты, потому что у тебя зависимость. Да. Я как лекарство использую, а ты как наркотик. Я решаю, когда курить траву. У тебя трава решает, когда ты будешь ее курить. Кто главный, трава или ты? Трава или ты? Я главный. Я покупаю траву, я главный. Я заказываю траву. Если у тебя много травы, ты можешь не курить ее? У меня не было никогда, вот чтобы у меня было много травы. А зачем ты куришь? Зачем ты куришь? Мне нравится курить, потому что я убегаю от реальности. Мне трудно выносить тяготу буднишнего дня. Именно. Мне напрягает слушать нытье людей вокруг. Я хочу от этого изолироваться, я курю. И как бы мое восприятие, оно чуть-чуть как будто бы дебилизируется, оно чуть-чуть становится такое мягкое. Абсолютно и верно. Меня никто не напрягает. Но я на своей волне, пишу текст, себе еду. Но ты можешь всего того же добиться без него, да. Это будет конструктивно. Мы с тобой договоримся тупо, твой поступок, это твой поступок. Свою ответственность перекладывать глупо, но чувака есть какой-то там глупый. Я рад, что ты со мной согласен, друг, а теперь давай как ты не вокруг. Всюду гадаем, скоты кругом, задаем шару, стой, стойте, стой, стой.
Представьте себе зависимые отношения. Ты с человеком, который на самом деле вот... Любишь, но не можешь бросить. Ты думаешь, что его любишь. На самом деле это созависимость. Вы мучаете друг друга. Вы друг друга мучаете. Да. И вам лучше расстаться. Очень. А вы там ради детей вместе, ради там как-то знакомых. А что другие скажут? Бросай ее, эту сучку. Я ж такие люблю. Она тебя не любит. Она тебя использует. Я не знаю, ребята, как сказать. Вы напишите комментарий вообще по этому поводу. По-моему, меня уделали. Я буду бросать, походу. На самом деле, у него такая же зависимость, я считаю. Ну, просто он ее себе размерил раз в неделю. Он знает, что я типа не... Он себе выбрал удобную форму наркомании. Ну, а я выбрал себе неудобную. Я торчу вообще. Вот, да. А что за блог, пацаны? У нас YouTube-канал. Ну, понятно. А что за канал? Кома Репаблик называется. А, нормальная тема, да. Где-то видел. Какие вообще ощущения, настроения были уже на Нойзе? Не, первый пропустил, а вообще никогда не было. Тут же в LA уже был первый концерт. Так. Вот я пропустил, короче, сейчас меня Кен позвал. Он там близкий, понял? Так. Короче. Он говорит, приходи, я порешаю. Тут в Лос-Анджелесе у всех. Я залетел. Я залетел. Если не близкий, то... Короче, если что порешать, это к Артурчику. Артурчик, да? Да? Хорошая реклама. Да, да, нормально. Мы здесь вот сейчас, подожди, Артурчик, мы сейчас здесь вот ссылочку на Инстаграм сделаем. Мне тонировку обещали там через... Да, там тоже порешают, братан. Тут ссылочку вот здесь вот оставим. Канва реально, ну, ожидает каких-то от нас с тобой мувов, но мы подогреем немножко пердаки, ребят, скажем, что что-то будет или нет. Ну, ребят, на самом деле, ебать Путин, пидорас, я охуевший на самом деле. Короче, дальше, слушай, тема такая. Мы с Кирюхой планируем для вас снимать места, где можно охуенно погулять. Но есть одна проблема, мы бедолаги, пиздец. Если у вас есть желание задонатить на канал Кома Репаблик, сделать так, чтобы мы сняли для вас охуенные выпуски. Если просто у кого-то есть возможность, желание параллельно с ЗСУ задонатить нам на выпуски, если вы конкретно хотите этих выпусков. Почему нет, why not? Я понимаю, что ты как бы воображаешь, что ты в свете прожектора, и голос твой усиливает миллионы мегаватт, но нихера не слышу, что ты говоришь, и возможно это к лучшему, кстати. Но все равно спасибо, что ты так живо участвуешь в шоу. Спасибо. Что можете сказать по относительно его политической позиции? Полностью поддерживаю политическую позицию. Красавчик, молодец, не зассал. Мне далеко политическую позицию поддерживать отсюда, а он еще оттуда не боялся. Смотрю на вас флаг Свободной России. Да. Вы тем самым высказываете свою политическую позицию? Да, конечно. Я считаю, что то, что сейчас происходит, это ужасно. Нет, это моя личная трагедия, я бы не хотел бы говорить на камеру. Ты о чем, какие люди с автоматами? Там надо в споре скачут тёлочки бодатые. Там в туалете день на храм с дичьими картами. Какие люди, бай! Как ты относишься к тому, что Нойз такой оппозиционер, который бросил вообще все, что у него было в России, и сейчас выражает свое мнение, мнение свободных людей? Что ты по этому поводу думаешь? Он делает самый лучший шаг, который он бы мог бы сделать. Он показывает то, что происходит. Он обращает внимание на те события, которые сейчас происходят. Да. Как вы относитесь к его позиции, к его политической позиции? Очень поддерживаю. А есть другая позиция? Да. К сожалению, есть. Но мы бы здесь не были бы. Спасибо с вами. Спасибо большое. Мы все, конечно, спасибо когда-то вам, покинули здесь дом. Вы тоже понимаете. Да, и мы также, и мы такие же, да. И мы тут же тоже. Спасибо вам. Для нас очень важно быть частью этого мероприятия, потому что Ваня выражает мнение свободной молодежи России и в целом оппозиционно настроенных людей, которые за мир и которых не устраивает текущее положение дел в нашей стране. Против космонавтов с калашами босиком на калышом. Что же ты бензином не облю себя, да не поджег? Че за сад? Ну ты пошел!
Что сказать про белорусскую оппозицию? Прошло 2 года, уже 3-й после событий, скажем так, 2020 года, и по сей день садят новых и новых людей, которые тогда, еще в 2020 году, попались где-то на снимок и еще куда-то. Короче, старый дед не угомонится, пока не сдохнет. Все понятно. Мы превращаемся в тюрьму. Страна превращается в тюрьму. Из белорусских-то артистов кто-то вообще отказался? Ну, Корж выехал, например. Корж выехал. Я знаю, что Олег ЛСП тоже выехал. Олег выехал. Стоит со стороны обращать на это внимание. Это сильная позиция. Да. Я считаю, что эта позиция достойна уважения. А если все-таки плохие фронт победят, значит, просто плохими были не те, кто нам хорошие доходчиво объяснят. Перед тем, как забрать суверенитет. Пойдем здесь рядом концерт Галанина. Мы на него. Летучего, я надеюсь. Если Галанин летучий, то мы идем. Ну, а если Галанин летучая, то мы по-любому не идем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На мой. Кома Репаблики. На мой канал. Вокально-инструментальный ансамбль Little Big. Это было великолепно. Я попробую не испортить песню Вани, потому что она очень классная, вы ее любите. Я просто попробую сделать красиво, а Ваня пой. Давай. Затянишь мною в последний раз, ткни меня мордой в стекло, дави меня, туши мою страсть, буду дымить на зло. Ну что-то в этом духе. Там, ну типа, после 20-х чисел все это напрямую. На самом деле, браток, от души нам надо с собой чуть-чуть пригубить, типа, Женьки и Даниловича, чтобы маме не было стыдно перед продавщицей. Но если честно, во всем виноват Руслан. Человек с косяком. Бля, у нее не косяк, у нее такая завидная тупо палка. Все хотят тупо прислониться к нему. Но у него работа, братан. Мы не можем его отвлекать, мы можем его только наблюдать. Ты хорош. Спасибо. Ты тоже хорош. Ты мне реально нравишься, потому что ты сразу выглядишь как рок-н-ролльщик. Я с района, где там вообще там... Ну, да тупые, я с тех же районов, чувак. Вот, и я знаю, и для меня это само все, интегрирование в эту культуру, все было как бы чуть-чуть в диковину, но я знаю точно, если у пацана наполовину, блядь, черные ногти, или так, это чисто рок-н-ролльчик. Никогда ничего не предупрежде, в руки их спокойно, со всеми вежливы, всегда только буду бросать мусор, а крайнюю сторону шумные тусы, запрещенных веществ, никаких не юзал, в том положительный самого плюса, а потом, как-то раз эту песню слышал, и все, прощай, моя крыша, устройте, стой, порядок, не да, отстой. Скажи, как LA, как публика сегодня? Да слушай, что, родные, классные, отличный концерт. Ванек, как всегда, супер талантливый, люблю его концерты. Давно с ним не виделся, давно не играл. И очень хочу побыстрее пойти послушать. Давайте лучше пообщаемся после концерта, потому что... Отпустим, да, реально. Концерт я с ним долгожданный. Рано или поздно все будет хорошо.
Мы все смотрим голливудские фильмы, мы все читаем какие-то хорошие книжки. Всегда добро побеждает зло. А мы прекрасно знаем, кто добро и кто зло. Поэтому я уверен на 100% добро победит зло. Когда и какими жертвами, не знаю, но мы победим, друзья, и воссияет солнце над всеми над нами. Снова слов хочу убить перед светом, нас не плюют, а суд не обзор слепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее, где? Все как у людей! Вот, ребята, смотри, у нас в красивых свитерах. Новое вообще шикарно выглядит, ребята. Спасибо. Куда вы идете? Мы пока пиво цепанем, типа там. Да, еще. Тут очень большая очередь, мы решили пока. Охранник говорит, по пиву. Типа, еще минимум полчаса, типа. Так что смысл морозить хвост, как бы. Ну да, в принципе, охранники, они такие, могут бороду навесить. Ну, в принципе, не навесили, ну, как видишь, да? Я думаю, тебе уже не подойдет, другая. Так просто реально, бля, братуху. Давай три. Это нетски твои. Так, чтобы, бля, просто братуху набрать, сказать, подъехать, сказать, я, бля, тут снимаю. Ты, блядь, я видел, куражил там Кирюха неплохо. Предъявляю, по сути. Что-нибудь можешь сказать относительно других артистов, которые все-таки засунули язычки в жопы и не выражают свою позицию по тем или иным причинам? Я так считаю, что у каждого артиста как бы есть право свой язычок засовывать туда, куда они хотят. Кто засунул собственную жопу, это их право. Как бы если этот привкус их не смущает, то как бы что нам поделать? Я думаю, что, знаешь, в настоящее время как-то не ужасно. Хоть молчат уже лучше, знаешь, чем что-нибудь говорили бы нелепо. Пусть уж хотя бы молчат. Я тебя хочу презентовать, вот, Витя. Мой очень хороший товарищ, это очень талантливый человек, битмейкер и музыкант, и помимо всего еще философ. У него охуевшие мысли. Я просто какой канал? Это Кома Репаблик. Кома Репаблик канал. Мы снимали в Скидроу, халяли я вместе с Кириллом. Мы два Кирилла, мы снимаем чуть-чуть. Ебать вы монтажеры, конечно. На, Кирюха. Нет, насладись. Кушай, братан, кушай. Насладись. Молодой человек, вы не можете проникнуть в заведение. Прозвучало неподлежащее. Взяло мое решение. Я не стал ни раз ножом оспорить. Не крутой с веером. Я просто рушу, потом наушники. Плей нажал, я плей. Вот он, кто одиночный вижу. Вот твой каков пристанешь. Вызывайте, кого хотите. Я не боюсь ареста. Не нравится вам, как я одет. Раскинусь, дергаюсь, под эту песню. Тому, какие вы мудаки. Я восхищаю свой танец протеста. Вы уже в курсе. Мы будем разъебывать, шаришь? Мы в Виски Го-Го. В курсе? Это будет фантастически. Как ты здесь оказался, братуха? Привет, как дела? Хорошо. Я барабанщик. Будем сегодня раздавать. Where are you from, bro? Я из Майами, но мои родители колумбийцы. Гей-гей. Эрмано, ке пай, эрманито, ке паса. Сегодня у нас с Нойзом коллаборация. Шериш, я появлюсь на двух песнях. Это будет фантастически эпическая ночь. Будешь,
Support Дэнни. Ребята, если что, подпишитесь здесь на Дэнни. You know this song when you play. Ты подготовился, да? Реально? Благодаря вдохновленному чутью в курсе, он позволяет нам импровизировать, доверяя нашему чутью. Он разрешает нам отпустить качелю, шаришь? И мы ловим с Фанни коннект. В курсе? Из Майами, он из России, мы говорим на разных языках, в курсе? Но это без разницы, мы коннектимся при помощи вайба, поэтому я могу сказать, что сегодня будет поразительная, сумасшедшая, эпическая ночь. Мы просто упакованы, это просто full house. Это моя любимая песня! Как он вышел на Нойза? Как он вообще пришел к этому? Его гитарист, который давно его знает, мой кореш. Они предложили мне залететь на коллаб. И я просто не мог им отказать, шаришь? Это охуенная возможность. Музыка Нойза — это фантастика, в курсе? И я рад быть в этом замесе. Джеральд, мой хоуми, Джеральд, ножницы, я люблю тебя, подонок. Он охуенный тип, он вообще шарит, в курсе? Ваня тоже охуенный мужик, в курсе? Это именно та звездочка, после которой следуют сакраментальные слова. Данное сообщение, материал создано и или распространено лицом или юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Как известно, Noize MC спонсирует Украина. Именно на эти деньги я купил свой роскошный свитер. И сейчас, как ответную дань Киевской Руси, мы исполним ремикс на композицию группы «Вопли ледоплясова» «Танци». Для того, чтобы исполнить ее как следует, а не тяп-ляп, как москали привыкли, мы сейчас с вами изучим 4 движения. Я надеюсь, вы посмотрите запись этого охуенного шоу сегодня, потому что это будет нечто. Разрыв. Бомба. Сегодня боги сойдут с небес. Обязательно заснимите это. Фантастически заряженный типольчик, мы его переведем, охуенно озвучим для вас попозже. Сделаем вам прекрасную озвучечку от Кирюхи. Это Радислав Лукин, человек незаурядного таланта, на самом деле гениальный режиссер, человек, который просто пиздец, он не ругается матом, и ему это неприемлемо, когда рядышком матюкается, но я все-таки его очень люблю, и поэтому он этого немножко выдержит. Это просто великолепный человек, вы скоро увидите на самом деле его возможности, и все. Тут финита ля комедия. Нечего рассказывать, надо все показывать. На самом деле мало кто знает, но это марокканцы, и они отмечают победу сборной Марокко. Передаем привет всем. Нас много, мы сильные, мы вместе все получится. Привет, Женек. Мы сейчас тоже привет. Передадим, мы зайдем только. Да, дай, ребята, пожалуйста, ребята, дай. Не наркотик, это медицинская марихуана, легальная медицинская. Научила, да, тебя? Тихо, какое-то затишье, тихо. Камера выключили? Зачем ее выключили? Так. Зачем?
Не, я не... Ты выключил камеру? Конечно, включаешь. Я сразу выключаю. Я всегда повинуюсь голосам с нотками власти, блядь. Таир Валеров, это мой кумир, я его обожаю. Он такая пусечка. Все, теперь камеру надо чистить. Давай протерем меня. Давай протерем меня. Спасибо большое, ребят. Сейчас для вас прозвучит песня «Страна дождей». Это люди, блядь, которые знают Кингстонера. Ага. А я друг Кингстонера. Я залетаю на любую движуху, в принципе. Альберт, спасибо. Ты потом скажешь, что надо бы это вырезать, блядь. По-любому. 100%. Ты знаешь. You know. Это не катит, вырезай. В следующем году, но нам всем придется до этого момента дожить, друзья мои. Какие-то замечательные слова сегодня. Нет, там крутой день, ансамбль, звездочка, звездочка, ансамбль. На 3-4 кланяемся. 3-4 Спасибо. Ваня, заебись. Все. Пока. Все, идем, вообще народу немного. Держи свою хуйню. Алло, если вы там из Тувы, ебать, ножи под, блядь, подушка запрятали и накрутили себе, блядь, за какую-то, блядь, мурчащую тему, я вам все говорю, сегодня все накрасили ногти, даже я. Это прозрачный лак. Я поддерживаю, это культура. А вы... Я пошел, спасибо. Ну что, мы будем уже, наверное, скоро выдвигаться ближе к концерту. Есть такой вариант, что мы сейчас проебем весь концерт? Конечно, конечно. Васянь, конечно. Ты чего не? Погнали дальше. Отлично. Ребята, живее. Вольно. Спасибо. Вот здесь, прямо на углу устроить батл было бы охуенно. Ну, охуенно, да. Прямо здесь встать. Понял? Сразу. Я до четвертьфинала на Кипопру батле доходил. Это 7-й официальный батл, ты говоришь, да? А я был в независимом. Но я в независимом. Хочется на концерт попасть. И может, я не знаю, какого-то, блядь, вискарика уебать. Короче, как Глен Дейли, на английском ни слова не мать. Это же лысый из Бразер. Бля, это что ждал вас? А ты выступаешь? Казачок. Я казачок. Привет. Привет, Наталья. В общем, наша тема не про канал. Это тип оказался немножко с другого канала. Ну, братва. Ты ебанешь фристайл? Да, конечно, я уже его ебашу. Если что, я заебашу за Витю, за Машу и за Пашу. Слышал, недавно покромсали братика Запашного. Но мы здесь на нойзе. Здесь все украинцы вообще, блядь, в коматозе. Ты же здесь видишь украинский флаг. Йоу-йоу-йоу, украинский флаг среди украинцев, я самый главный. Я перепутала, я тебя... Все, вырубай, фристайлы не валятся.